конца сентября. Зубр появился где-то, ну, прошла третья неделя. Мы были на другом поле. Он прошел в смену напарника, ну, а потом остался на месте. Ну, так он с нами. Сначала около клетки ходил, ну, а сейчас с нами в клетке. Пирокое свободно, проволоку пока не дергает, не рвет ничего. Клетки в клетку идет лояльно. Ну, гаселок так вот понюхает, но я на его тоже. Поначалу, да, был рывок, когда он появился. Вот. Потом их собирали, этих телят. Там что новое. Ну, сейчас спокойно.